Главное событие празднования 1700-летия свободы христианства состоялось в южном сербском городе Ниш, на родине императора Константина Великого. Уникальное событие собрало тысячи людей, представителей высшего руководства Сербии и других стран. В литургии под открытым небом приняли участие главы и представители всех православных церквей, в том числе предстоятель Русской православной церкви Святейший Патриарх Кирилл и Патриарх Константинопольский Варфоломей. Внимание всего мира в эти дни было приковано к маленькому европейскому городу Ниш. Он стал центром юбилейных торжеств в дни празднования 1700-летия Эдикта. В древнем городе Ниш, что находится на территории современной Сербии, родился император Константин Великий. Прославленный в лике равноапостольных святых, правитель сам крестился только перед смертью, но всю жизнь с уважением относился к вере христиан. Здесь под открытым небом возносили молитвы на 8 языках – сербском, церковно-славянском, греческом, арабском, грузинском, албанском, польском – и чешском языках. Отметить историческую дату съехались главы и представители 15 поместных православных церквей. Такое бывает крайне редко, но только не в этот юбилейный год. В июле, напомним, они вместе молились в Москве, Киеве и Минске по случаю 1025-летия крещения Руси. Сейчас на Балканах к ним присоединились и делегации других христианских конфессий. Православному патриарху московскому и сея Руси многая лета. Миланский эдикт – документ, не только провозгласивший свободу вероисповедания в Римской империи. Фактически это означало конец язычеству и преследованию христиан. Христианской церкви придали статус юридического лица, вернули конфискованное имущество, разрешили принимать пожертвования. Для Сербии, где 85% жителей православные, это очень торжественный день. На площади перед храмом святых царей Константина и Елены, где и прошла литургия, собралось тысячи людей. Да поменяет Господь Бог во царствии Своем. Всегда ныне присно и во веки веков. По окончании богослужения святейший патриарх Ириней произнес приветственное слово, подчеркнув значение события для миллионов христиан мира. Также глава сербской церкви вручил святейшему патриарху Кириллу и другим главам поместных православных церквей награды сербской церкви – ордена святого равноапостольного Константина Великого.